Осенью в Москве пройдет первый всероссийский фестиваль «Народный Рахманинов», посвященный 150-летию со дня рождения великого русского композитора. Одним из ключевых событий фестиваля станет всероссийский онлайн-конкурс, в котором смогут принять участие музыканты, художники и поэты, как профессионалы, так и любители. Записать видеовизитку творческие люберчане могут в Центральной библиотеке имени Есенина с 11 до 19 часов каждый день, кроме вторника. Результаты отборочного тура объявят 29 сентября. Девочка и мальчик на дам, королей и чертей.